Вау! Смотри, смотри, вау! Это боты, гоп, боты, гопники, гопники зашли какие-то, сваливают. Кстати, чтобы не пропустить новые видео, а также помочь развитию канала, нажми на колокольчик и включи оповещение. Всем утюг, с вами Глюк и Энтони. Привет всем, ребятки. Мы вернулись в Roblox, и нас ждет сегодня веселенький интересный раунд. Да, ребятки, мы вернулись в Roblox, поэтому обязательно ставьте лайк, кому нравится Roblox. Если вас будет очень много, то мы будем с Глюком проходить самые эпичные, интересные режимчики, так сказать. Да, а пока что мы просто пойдем в лифт. Да, в лифт, пойдем. Погнали в лифт. Здесь, наверное, одна секунда, и мы поехали. Все, пока-пока, ребятки. В лифте главное не пукать, а остальное не важно. Смотри, блин, засосала свинья какая-то. Боже мой, куда я попал? Я не знаю, чувак, что это было? Меня убило, что это было-то? Да я... нет, и вот он, вот он, вот. Ай, я попал сюда, фух, я с тобой. Вообще, я не понял, меня всосала эта сраная свинья. Да, и меня также убило. Всосало, и нас вернуло назад просто, вот они, мы с тобой, рядышком. Миглюк. Вас очень много тут, похоже. 10 вот секунд, и мы отправляемся в путешествие, короче. Так, на этот раз меня не всосет, надеюсь. Так это потому, что стандартная какая-то одежка. Надо будет другую попробовать. Мне тут парень скинул аккаунт свой, поэтому надо будет это. Погнали сюда. Погнали. Эй, отойдите, дайте пройти. А, ой, это кто? Господи. Это кто? Что происходит в лифте? Вот это реально, что происходит в лифте, там, мать его. Что это такое вообще? Мужик без башки. Он что, он к нам идет? Да подожди ты. Подожди, он сейчас зайдет и расхерачит всех. Отходите дальше от него. Да им пофигу, гляди, они железобетон. Ва, он здесь! Он... А что он стоит? Охренеть! Ну-ка попробуй пробежать. Нет, мы не пробегаем. Ну он, короче, просто в лифт зашел там вниз куда-то спуститься, видимо. И все. А мы тут пересрались. Это, короче, Хэллоуин, я понял, да. Это Хэллоуин, мать его. Просто человек заходит в лифт, а ты такой, какой ужас! Ты знаешь, как это некультурно вообще к человеку по отношению, ты вообще... Вообще такой симпатяга и правда, как... Да, видишь, вы как будто дети вокруг мужика собрались. Да. Так, подожди, 0 секунд, сейчас что будет вообще? Ой-ой-ой, что-то все пошли. О, все, портал! Портал, мать его, а куда все прыгают-то вообще? И куда идти? О, кто-то вылез наверх. Как они вылезли? По башкам. По башкам вылезли? Да, они друг на друга запрыгнули, короче, и давай... А? Меня обратно телепортировал. Что меня за... тоже обратно? Что за херня вообще происходит? Что это за режим такой? Наркоманский. Ну почему я у этого... Я у этого хэллоуинского чувака в жопе побывал. Брат, зашибись. Тебе плохо? Да вообще, я ему под этот залез, под плащ. Блин, вытащите меня. Он меня раздавил. Ой-ой-ой, смотри, он смеется, ху-ха-ха-ха-ха, смотри на него, он говорит, видишь? Все, ху-ха-ха-ха-ха у него. Я спрятался у него под плащом. Меня реально, не что видит. Здесь в лифте происходит? Смотри, что это такое? Это прищепки какие-то или что это? Подождите меня. О, господи. Это давай... тако, чувак. Тако? Что за тако? Что это такое? Тако, это мексиканская еда, ну типа... Или надо, чтобы нас не убило. Тут еще музыка про тако играет, ты не слышишь, наверное. Такие, а там, смотри, тако, очки тако. Еще вон нам начисляют за что-то. В смысле, какие в жопу очки? Мои очки все там. Пошли в жопу, мои тако все. Блин, а не дали очков подособирать. У нас с тобой по 3 очка всего. Ну мы еще лошары. Ну я так понимаю, мы просто ездим и смотрим какие-то этажи. Здесь больше ни хрена мы не видим. Возможно. Ну ты знаешь, давай посмотрим. Мне нравится. Ну это естественно, что мы смотрим. С нами едет очень веселый тыква-голова. Так что мне по кайфу. Тыква-голова, это, я так понимаю, наш админ какой-то. Я не знаю, кто это такой. Эй, голова, дай я тебе дам. Дай я тебя поцелую, лапа. Дай я тебя съем, да, тыква? Да, дай я тебя скушаю. Так, это что? Это что-то цифры какие-то. О, темно. Умри! Здравствуйте, говорит. Он говорит. Или умри. Он говорит, умри. Какой здравствуйте? Эй, сам умри, козел. А! Потолок! Твою мать! Держи нахрен отсюда! Идите в шапеню! Я не могу держу! Я держу! Я тоже держу! Слушай, мы с тобой прям это. Головы железобетонные сущие. О боже, что происходит в этом лифте, а? Слушай, мне нравится этот лифт. Ты никогда не ожидаешь, что дальше произойдет. Сейчас еще какая-то фигня. Интересно. Чувак, смотри, я задом повернулся. Ты, пожалуйста, вытряхни там, у меня кирпичи. Построим это подпорки, чтобы в следующий раз потолок не падал. Да, это просто какая-то жесть. Смотри, сейчас еще что-то сюрприз сейчас будет, смотри.
Ноль секунд. Все, погнали. О, господи, что это? Это... О, боже! Кирпичи! Слышь, запихивай кирпичи обратно, слышь! Охренеть, меня задавили. Это твои кирпичи! Ты меня задавили, чувак, как встать-то вообще? Ну, так нехрен так пугаться, чтоб кирпичи из тебя вылазили, вот и все. Я вижу только ноги чьи-то вижу. Я тоже, блин. Что происходит вообще? Эй, нас... зеленоголовая, это что мусором происходит? Мусором засыпали, блин, да. Фух, блин. А этот стоит, ржет. О, зараза. А, блин, он на мне стоит! Слезь с меня! Да еще и кикфлип на мне делает. Ты че? Он вообще просто прыгает на тебя. Козлина, ну-ка, такая, подожди, блин. Встань рядом с ним. Вот так вот встань. Я попробую на тебя прыгнуть. О, блин, почти на него запрыгнул. Я, короче, просто под него могу залезть. Просто если идешь на него, короче, он на тебе начинает скакать. Во, я... О, пойдем. Чё это тут, чё это? Что это, что это такое? Смотри. Это как представление, знаешь, короче. Ага. Crazy Roblox Scene. А это Drew Soum. Я не знаю. Ребята, напишите в комментариях, если вы знаете, что это такое. Эй, давай, бей его. Кого бить? О, я он к нам пошел, короче. Долби всех. Чё мы вот выбежали? Тут, и чё мы здесь мусор потеряли? Не знаю. Я гуляю. Смотри, они просто на вулкан побежали. Все, нас загнали опять лить. Блин. Ты че, чувак, там закашлял? Да, блин, ты что, ты знаешь, как-то слишком много движухи для лифта. Да. Почему у меня дома лифт вообще не так работает? Вот вообще не так. Открываются дверцы, там какая-нибудь унылая пьяная рожа. А хочешь, я тебе кое-что скажу, чувак? Че? Ты в курсе, что здесь 419 комнат, которые мы должны посмотреть? Да ладно. Да, а мы посмотрели всего 6. Корова, иди сюда, буренка, я тебя подаю. Да, блин! Я сдох! Я сдох! Я тоже сдох! Что это за наркомания вообще? Ты что, мы сначала, что ли, начали? Ну нет, я думаю, что мы к ним сейчас присоединимся все равно. Ты думаешь? Да, скорее всего. Короче, она нас наорала, а мы зря стоим здесь, как дебилы. А, ну да, к ним, правильно, Ю-7, да, 7-я. Блин, дружище, ну 420 комнат, это, конечно, до хрена, мы еще посмотрим немного. Но явно не 420 комнат. Да. А если вы знаете, что здесь еще бывает интересно в комнатах, напишите в комментиках нам, будет интересно почитать. Да, обязательно, ребята. О, посмотри, она красненькая. Кто красненькая? Где красненькая? А вот она красненькая блондинка, вот она. Вау! Смотри, это боты! Гопники зашли какие-то, свалили. Кстати, это братья твои, Миглюк. Это братья твои. А, они лысые, да. Я наверх забрался, все, они ко мне не заберутся. Все, гасимся. Я прям в углу запрятался. Боже мой, вот ты посмотри, сколько их. Они как тараканы. Их до хренища, я просто прыгаю и все. Это особые тараканы от соседей. Жирные очень. Что это вообще было сейчас, а? Эй, синий, да все, они ушли. Давай, отходи от стенки-то. Подожди, а где этот? Где этот тыквенная башка? Куда она делась? Такая классная была. А я, кстати, не знаю, он куда-то. Он вышел в какой-то из дверей, да, по-моему? Ну, наверное, блин, жалко. А ты где вообще? Он мне нравится. А я на этом вишу, на стенке. Возле выхода. Вон я вижу тебя, что ты там делаешь. Я спрятался. О, там яйца! Я вижу яйца! Эй, яйца, дай яйца-то. Какие яйца? Они все яйца собрали. Капец, нам надо было успевать, чувак. Или картошки, или, блин, что это было? Ну вот. Я не знаю, но нам надо было, по-моему, успевать это все делать. Собирать. Да. Так, этот стако стоит. Дай тако! Жоп так, где он его схватил вообще? Тако, а я не знаю, что это у него вообще, светится что-то. Это тако? Тако. Уточки! Побежали. Уточки! Хочу уточку. Дайте и уточку. Что с ними делать? Их ловить надо или что? Возможно. Да нифига, они просто падают. Это просто, знаешь, как изображение, короче. Мы просто прыгаем, смотрим. О, как красиво, дождик, мать его. Дождь из уток. Да. Это замечательно. Зажарить бы хоть одну резиновую утку. Дождь из уток, точно. А еще звук ты слышишь какой? Кря-кря-кря, он говорит. Да, там крякает. Посмотри, они как-то берут уточек, а как их брать вообще? Блин, меня уже загнали. Блин, ну точно, он взял утку. Блин, и еще что-то взял. Почему мы ничего брать не можем? А я не знаю, нам надо как-то научиться, походу, а как брать? Ну, обычно тут просто курсором брали, ну, раньше я брал в других играх, а так не знаю. Блин, ну надо попробовать сейчас курсором что-нибудь взять-то. Они берут, а мы что-то как с тобой два лузера бегаем. Так, 5 секунд, и следующая комната, 10-я у нас.
Блин, капец, 420 секунд, а что, реально они балбесы такие? А чё бы нет? О! С ведром на башке. Господи, это что такое вообще? Это офисный работник обычный, с ведром на башке. Что он там нам еще говорит что-то? I can make the permanent if you want. Я хрен знаю, он убивает. Он поубивал кучу. Ах ты ж ведроголовый. Ах ты ж козел, а. Отомстим, ребятки, за наших. И он к нам заперся еще. Ты нормальный, короче? Ух ты, блин, он вообще не в себе, по-моему, парень. Да. Как ты на него голову залез? Ты запросто легко, у него вообще голова такая. Не, наркоманский, если честно, режим какой-то. Вообще наркоманский просто. Есть чуток. Самый раз по мне. Так, тут еще один засранец из ботов зашел. Да даже хрен из двое? Этих ботов, сейчас что будет, отойди от двери подальше, а то сейчас тебе... Ой-ой-ой, смотри, господи. Что там с циферками. Опять Ди какой-то, ёпся, опять так, умри. Так, ну нафиг, короче, я не буду это. Ва-а-а! Вах! Вах-вах-вах, стена! Вах, стена! Прячься быстрей. Куда? За стену? Я на голову залез, я вообще выше всех стою. О, господи, что происходит? Фух, я выжил. Все, свобода. Свобод, смотри, там Спайдермен какой-то ходит, смотри. Где Спайдермен? Ну вот он, красненький. Видишь его? Ага. Я ж тебе говорю, это Спайдер, мать его, Мэн. Так, Лючок, сейчас у нас будет 12-я комната, я не знаю. Блин, что там будет вообще? Undertale Last Goodbye, например, что-то из Undertale. О, ну значит что-то с Undertale сейчас будет, смотри. Так, и что? И что? Куда они все побежали? Не знаю, паркур! Вот, возможно, да, паркур. Паркур, блин, я упал! Ой, нет! Я самый первый! А, вода набегает, смотри, тут вода набегает, я понял, короче. И, а как дальше-то, ёпси? Ой, все, короче, я провалился. А я иду! Фига себе, паркурчик тут, а? А, я сдох, чувак, по ходу дела я сдох. Блин, я развалился просто. Молодец, да, вот такой красава. Паркурчик, короче. Блин, я в воде, нет, не хочу. Да, там нет. Жизни у тебя сразу отнимаются нет, просто. Нет. Да что ж так, такое-то? Я где-то появился, но, по-моему, тебя здесь нету, чувак. Да, я почти дошел, там уже финиш был наверху, короче, там девчонка вот какая-то забрала. Да, я в этом же лифте, короче, там вода, полный лифт, короче, я понял, да. Блин, ну, круто. А где ты, давай сюда приходи. Да все, я отправляюсь в лифте. Вот он ты, я вижу тебя, чувак. Блин, обидно проиграл, я первый шел просто, блин, чуть-чуть не дошел под конец. Так, а что у нас по очкам? У меня 13, у тебя тоже 13, чувак. Ха-ха, кто из нас выиграет? Да это, по-моему, 13 комнат и 13 очков. За каждую комнату 13 очков. Хватит кашлять, чувак, уже. Я просто в шоке. Ты просто в шоке, да? Да, от всего этого. Так, это что, свинка? Он пошел в жопу, а? Он меня в прошлый раз как всосал. Во-во-во-во, смотри, он тащит нас, чувак, беги от него. Я уже убежал. Нет, да нет, да какого хрена он съел меня? Блин. И я победил, наверное. Я больше выбрал. А, нет, у нас одинаково по очкам. Вот тварюга. Что такое? Я думал, я больше тебя очков получу, а не получил. Да, конечно, ага. За каждую комнату одно очко дают. Так, это сейчас 14, я думаю, 15 комнат нам, в принципе, достаточно будет посмотреть. Да. Сейчас еще посмотрим вот 14, что сейчас будет вообще. Куби Firelight. Что-то с огнем связано, мне кажется. Ой, я лучше стану подальше, мне это... Слово огонь не очень нравится. Да? А я встану на голову. Ой, господи. Вау. По-моему, это со светом что-то было связано. По-моему, не с огнем. Что происходит? О, у кого-то... What the fuck? Господи, боже мой, куда мы падаем? What the hell? Вот это был нежданчик вообще. Да, вообще нежданчик. Что у нас по очкам? 15-15, нормально. Так, ну все, 15-я комната, 15 очков, в принципе, все понятно. Сейчас мы посмотрим, что здесь будет. О, ты как залазишь туда? О, я тоже лезу, смотри. Да, здесь очень безопасное место, кстати. Ну, легко, кстати, залазить, ну-ка. Вот здесь безопасно, вот где я сейчас. Ага, на его голове, конечно, а я на твою залезу. Здесь еще безопаснее. Что там, подожди, надо посмотреть, что там. О, побежали, что-то здесь интересное. Тут был уже портал. Это уже было, да. Есть, я вылез наружу. Как ты вылез, подожди. Так, по головам вылез.
Тут да? Ничего больше нету, да, тут тупик. Они, короче, повторяться могут, видимо. А, ну все понятно, да. Ребятки, ну что, на этой замечательной ноте мы, наверное, закончим смотреть вот эти вот комнаты. Если вы знаете, что будет дальше, обязательно напишите в комментариях. Ну, а мы с Глюком с вами, наверное, будем прощаться. Да, всем бобра, друзьяшечки. И не забудьте, да, ребятки, подписаться на наши канальчики. Да, это обязательно. Подписывайтесь, ребятки, ссылочки в описании. Всем до скорой встречи, пока-пока. Тебе, братан, ответ простой: зачем здесь лайк оставить свой? Оставь, чтоб быть по жизни крут, грести по жизни лучший лут. Возьми курсор, идуй за мной, мы будем вместе за чертой. Средь байтов лучшего ютуба на свет идем, таков путь Глюка.